Ивановские студенты попробовали себя в роли спасателей. Однодневный учебно-методический сбор прошел на Рубском озере. В нем поучаствовали 5 региональных вузов. Ребята смогли поприсутствовать на семинарах, посвященных чрезвычайным ситуациям, характерным для Ивановской области. Ну и, конечно, применить свои знания на практике. Состязательная часть включала в себя 4 этапа. На импровизированном пожаре студенты тушили возгорание и спасали погорельца. Потом вытаскивали из Рубского озера тонущего и оказывали первую медицинскую помощь. На промышленно-альпинистском этапе спускали пострадавшего с 10-метровой высоты. Затем ликвидировали последствия техногенной катастрофы. И все это за один день. Итог соревнований показал: лучше всех к любым катаклизмам готовы ребята из Энергоуниверситета.